Тишину в Сестрорецком парке в минувшее воскресенье нарушали не только пение птиц и детские крики на площадках, но и стук мяча. Погода позволила любителям пляжного волейбола открыть очередной сезон. 15-й так юбилейный турнир по пляжному волейболу, в котором принимает сегодня участие 14 команд. Все проходит на уровне, как всегда проходит. У нас на хорошем уровне, видите, и болельщики присутствуют, и жены приходят, и целыми семьями приходят поболеть за свои, так сказать, любимцев. На лето волейболисты меняют душные спортзалы на эту небольшую площадку в главном городском парке. Подобный формат позволяет проводить весьма многочисленные турниры. Все-таки собрать команду из двух человек значительно проще, чем из шести. И добираться до центра клина, согласитесь, удобнее, чем в спортзал Слободы. Теперь немного об участниках так называемого Кубка Открытия. Все команды представляли Клинский район. Вот, к примеру, ребята в красной форме и с надписью «Верный» на спине приехали вообще из Нудали. В том году тандем из поселка стал победителем этого соревнования. В этом пара видоизменилась. Но задачу выиграть в каждом матче никто не отменял. Конечно, не без ошибок, это всегда так. Но всегда цель выиграть турнир, это обязательно. Мы уже давно вообще в волейбол играем. Уже на протяжении многих лет занимаемся. Ну, в пляжные не так давно, года 3, наверное. Решили участвовать еще в прошлом году, позапрошлом участвовали. В прошлом мы выиграли. Перестроиться с классики на пляжку – дело не из простых, все-таки есть ряд отличий. Разнятся размеры площадки, в пляжном она меньше, мяч для уличного волейбола больше и легче, а для победы в игре на свежем воздухе достаточно выиграть две партии, счет в которых ведется до 21 очка. Да и не все зависит от самих спортсменов, в дело может вмешаться матушка природа, которая сама решает, кому помочь, а кому осложнить игру. Здесь все фавориты, потому что пляжный волейбол очень сложно, опять же, таки перестроиться на пляжный. В этом плане. Так что шансы у всех равны. У нас пляжных профессионалов нет. У нас все играют в залах. Ну да, все соперники, в принципе, так сильные. Вот, кому повезет. Как такового регулярного первенства по пляжному волейболу в Клину нет. За весь сезон проходит 5 отдельных турниров, по результатам которых и подводят общие итоги. При этом принять участие в них может любая пара без каких-либо заявок и регистрации. Этот кубок открытия принес массу положительных эмоций всем, а вот медали по традиции распределили между собой 3 коллектива. Первой стала команда «Искра», второе место осталось за волейболистами из Нудали, бронзовые награды завоевали игроки команды «Викинг».